всеночная. Как депутаты до утра бюджет принимали. Депутаты заседали всю ночь и приняли бюджет на следующий год только утром в Черную пятницу. Заседание Верховной Рады по госбюджету на 2019 год длилось всю ночь и закончилось после 6 часов утра. В итоге бюджет был принят 240 голосами. Накануне спикер парламента Андрей Парубий выразил надежду, что всеночной в этом году не будет, но ошибся. Вместе с депутатами в ночь на 23 ноября не спали журналисты и фотокорреспонденты. «Очень сонная, бюджетная, черная пятница», подписал фото сонных депутатов Виталий Грива. В ходе заседания внефракционный нардеп Юрий Левченко пожаловался на перегар в сессионном зале парламента. «Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь. Зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, это прямо ощущение перегара в воздухе», заявил нардеп. Он добавил, что это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. «Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать бюджет», отметил Левченко и посетовал, что необходимо принимать нормальные законы вместо того, чтобы в сессионном зале бухать просто банально. В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в помещении парламента запрещено употреблять алкогольные напитки, и в буфете они не продаются. Несмотря на рабочую ночь, в 10:00 Парубий только с четвертого раза открыл утреннее пленарное заседание, поскольку в зале было недостаточно депутатов. В итоге зарегистрировались 237 парламентариев, но визуально было намного меньше. Сегодня в парламенте пройдет традиционный пятничный час вопросов к правительству. В Раду уже прибыли члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Грайсманом. На 15:00 в Раде запланировано специальное заседание, посвященное памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.